Добрый день, уважаемые пользователи! Если вы всегда пользуетесь Touch ID или Face ID для разблокировки своего телефона, то однажды вы можете обнаружить, что забыли непосредственно сам пароль блокировки экрана. В данном видео мы рассмотрим несколько способов, как его сбросить. Способ первый. Если на вашем iPhone установлена версия iOS 15.2 или выше, телефон подключен к сети Wi-Fi или мобильному интернету и функция «Найти iPhone» включена, то вы сможете сбросить настройки телефона, включая пароль, не используя никаких дополнительных программ. На телефоне пытаемся ввести пароль до тех пор, пока в нижней части экрана не появится опция «Стереть устройство iPhone». Нажимаем на нее, и на следующем экране нам предлагают либо чуть позже ввести правильный пароль, либо прямо сейчас восстановить заводские настройки. Снова нажимаем «Стереть устройство iPhone». Теперь вводим пароль Apple ID и ждем завершения процесса сброса всех настроек телефона до заводских. После включения и настройки устройства мы снова получим доступ ко всем его функциям. Способ второй. Если вдруг данная опция не работает на вашем телефоне, или если вы перезагрузили его и опция «Стереть устройство» больше не появляется, то вы можете сбросить настройки телефона с помощью платного приложения Tinashare for UKey. Запускаем программу на компьютере и подключаем телефон с помощью кабеля USB. В меню программы нажимаем кнопку «Начать разблокировать». Читаем информацию в новом окне и соглашаемся с ней. Далее скачиваем прошивку последней официальной версии iOS и запускаем процесс удаления пароля экрана и сброса всех настроек телефона. После завершения данного процесса мы снова можем свободно пользоваться iPhone. Способ третий. Если на устройстве была активирована функция «Найти iPhone», то восстановить заводские настройки телефона можно и через приложение «Локатор». Для этого нужно будет использовать либо доверенное устройство, либо облачное хранилище iCloud. Открываем раздел «Найти iPhone», указываем устройство, которое нужно разблокировать, а затем выбираем опцию «Стереть iPhone». Подтверждаем свое решение и ждем завершения данного процесса. Итак, мы показали вам три различных способа, как разблокировать iPhone в случае, если вы забыли пароль блокировки экрана. Спасибо за внимание и до новых встреч!